Кстати, вопрос. Подскажите, а сколько печатей номер один должно находиться в банке? Одно, естественно. Знаете что? Ну, в общем, черт, так все понятно. Давайте-ка мне все эти визовки и будем разбираться на Петровке. Жалею, молодой человек, но вы немного опоздали. То есть? Дело в том, что все эти документы я подготовил для следственной бригады из Чеботарьска. Вот. Они интересуются денежными переводами целого ряда различных фирм, в том числе и вашего топуса. Чеботаевск? Чеботаевск. А когда они должны появиться? Я жду вот с минуты на минуту. А вы не могли бы сделать для меня ксерокопию содержимого этой папки? Я должен согласовать с руководством. Алло, Иван Иванович, это Лужайкин вас беспокоит. Здесь у меня товарищ из МУРа, он хочет отксерокопировать документы, которые мы подготовили для следователей из Чеботайска. Да-да, эти самые. Какие будут распоряжения? Хорошо, да, я понял. Хорошо. Подождите минуточку. Молочка, сделайте ксерокс этих документов. Хорошо, конечно. Алло? Алло, Разгуляев, ты? Солонцов там рядом? Ага. Алло, Степан Геннадьевич, я сейчас в расчетно-кассовом центре Центробанка, ага. Бумаги по топусу мне не дают. Почему? Степан Геннадьевич, помните, вы мне загадку загадывали? Теперь я вам загадаю. Степан Геннадьевич, чтобы замести следы крупной финансовой аферы, из одной Северокавказской республики в Центробанк за документы по денежным переводам целого ряда фирм приезжает следственная бригада. Вопрос, откуда именно они приехали? И как им помешать, не имея на то соответствующих полномочий? Ага. Понял, Степан Геннадьевич. Да, постараюсь их задержать. Сейчас секретарь отксерокопирует. Отксерокопирует, да? Да. Ну, я подожду. Добрый день. У себя? Подождите. Присядьте, подождите. Эдуард Евгеньевич вас примет попозже. Присаживайтесь, пожалуйста. Эдуард Евгеньевич, к вам люди из Чеботаевска. Тамара Петровна, загляните ко мне. Хорошо, Эдуард Евгеньевич. Вот здесь оригиналы, а здесь копии. Спасибо, Олочка. Тамара Петровна появится, попросите ее сюда и следователей из Чеботаевска. Ой, у вас тут мышь. Где? Да вот, под стол забежала. Ну, уберите отсюда эту гадость! Здесь нет никого, убежала, наверное. Вот она сюда пошла! Лола, сегодня же поставьте мышеловки. Развели здесь запор, понимаешь? Хорошо, Эдуард Евгеньевич. Может быть, вам лучше кошку завести? Тамара Петровна, проходите, пожалуйста. Тамара Петровна, там товарищ из Чеботайска, передайте им вот эти документы. О протоколах, все как положено. Хорошо. А вы, Лола, займитесь поиском мышеловки.
Эдуард Евгеньевич, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая не очень. Начну с хорошей. Никакой мышки в вашем кабинете нет. Я ее специально выдумал, чтобы отвлечь ваше внимание и поменять папки местами. Черт. Я дал им копии. Зачем вы это сделали? Скоро сюда приедут мои коллеги из МУРа. Так что нам с вами придется их немного подождать. Над нами. Ксерокопии подсунул. Что вы делаете? Не трогайте дверь. Я сейчас все выясню. Эдуард Евгеньевич, здесь опять товарищи из Щеботаевска. Я их не пускаю, но они ничего не хотят слушать. Кажется, вы им дали не ту папку. Скажите им, что я здесь ни при чем. Эдуард Евгеньевич, вы препятствуете работе правоохранительных органов? К чему вам эти проблемы? Откройте дверь, отдайте нам то, зачем мы приехали. Рядом со мной сидит ваш коллега из МУРа. Говорите с ним. Я вас внимательно слушаю. С кем я говорю? Оперуполномоченный Крайнов. Отдел по борьбе с организованной преступностью. Товарищ Крайнов. Ты что беспредельничаешь, а? Тамбовский волк тебе, товарищ. Может, выбить дверь? С ума сошел. Москва же. А что делать будем? Есть один вариант. Вы считаете, что ваши действия законны? Вполне. Я же ничего из вашего кабинета не выносил. Я просто попросил коллег немного подождать. Вы же слышали, как я их попросил? Слушаю. Да, да, конечно. Это вас. Начальник группы. Оперуполномоченный Крайнов у аппарата. Никак нет, товарищ генерал. Работать мне не надоело. Я выполняю приказ своего непосредственного начальника. Звоните в МУР и согласовывайте действия. Мне кажется, нужно в туалет. Придется немного потерпеть. Я не могу терпеть. Сядьте. Я всегда хочу в туалет, когда вам душно. Придется потерпеть, они скоро приедут. Я не могу терпеть, Мне, пожалуйста, я прошу, мне надо. Хорошо, заприте папку в сейф. Что вы, Ирина, дайте ключ. Я не имею права, я не могу. Вы понимаете, я... Так вы хотите в туалет или нет, я что-то никак не пойму. Вы мне не выставите меня безвыходную ситуацию. Не беспокойтесь, с вашим сыном ничего не произойдет. Я надеюсь. Стоять, не надо в туалет. Где документы? В сейфе. Закрыто. Где ключ? У вашего коллеги. В руки! Где ключ? Оперуполномоченный Хренов. Ищите. Ну, пошарь тут. Пиджачок сними.
Рот открой. А-а-а! Другими частями тела не интересуетесь? Руки. Ботинки сними. Носки. Носки. Какие вопросы, граждане? Это ваш сотрудник? Наш. А по какому праву он мешает нашей работе? И препятствует проведению следственных мероприятий? У нас постановление. У нас тоже постановление. Пошли. Одну секундочку. Извините. Ладно, артист. Мы еще встретимся. Прикинь, Семик, сидит наш Крайнов перед этим сибирским выхухолем. Босой, без носков, и тут мы входим. М? А чего без носков-то? Крайнов, ты что, им там стриптиз, что ли, показывал? Угу. Фокусы. Ха, видать, понравились им твои фокусы. Вон они за нами, от самого Центробанка едут. Слушай, Олег, а ты там носки свои не забыл? Может, они тебе их вернуть хотят? А? Да вроде бы все одинаковые. Не видите? Правда не видите? Ну-ка, посмотри. А я знаю, в чем отличие. Здесь единичка смотрит влево, а здесь вправо. Правильно, Лапушкина. 5 баллов. Оперативники. Я это как заметил, сразу подумал, дело нечисто. Конечно. Ты ведь у нас самый умный, да? Семин, вот твое мнение для меня очень важно. Черт, я же в цирк опаздываю, ребят. Простите. Погоди. Да. Садись. Накрылся твой цирк, Крайнов. Может, гаишников на них натравить? Пробьем, кто такие, а потом присанем по полной программе. И что это даст, только спугнем их. Значит так, пустим наружку, контакты их выясним. А ты здесь останешься, пока они не уедут. Степан Геннадьевич. Степан Геннадьевич, это для меня очень важно. Здесь я решаю, что важно, а что нет.
юная леди, не соблаговолите ли вы подойти к телефонному аппарату? Ваш папа звонит. Судя по всему, дорогой Олег, ваша дочь принадлежит к тому поколению, которое невозможно оторвать от погони волка за зайцем. Обиделась, значит? А что вы хотите от ребенка, который месяц готовится к культурному походу в цирк, вместо этого получает полное разочарование? Ну, правильно. Я бы тоже обиделся. Начальник, где Казанский, не подскажешь? Ты! Здорово, здорово. Ну, конечно, подскажу-то, но слушай, куда пропал? Куда пропал? Мы же с тобой в одной общаге живем, а видимся раз в год, ну. Слушай, мне помощь твоя нужна. Давай. У тебя клонский прикид еще остался? Ну. Выручи. Ну, не вопрос, для тебя-то. Вот, полюбуйтесь. Нарушка задокументировала молодцов из джипа, которые крайного нашего под окнами караулили. А я знаю этих двоих. Знаток ты наш. О, ну вот, так сказать, сразу видно сплоченный коллектив. Доброе утро, товарищи. Здорово, Михаил Сергеевич, я пожаловал. Да, терпилу к вам привел. Дежурную часть нам пришел, говорит, что его там какие-то кавказцы одолевают. Вам оно надо? Зови его. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо. Слушаю вас. Мне нужна помощь. Это они. Они угрожают убить мою семью. То есть вам известны эти личности? Еще бы. Это братья Салман и Азамат Устоевы. Итак, Авиза. Это телетайпное сообщение, в котором с помощью специальной системы кодов, паролей указывается, сколько денег, откуда, куда надо перевести. Отправить это сообщение может не только банк, но и любой, кто угодно, откуда угодно. Главное иметь доступ к телетайпу. Ну а как же коды и пароли? А их можно узнать? Ну, через знакомых. Или подкупить сотрудника банка.
Подделка телетайпных сообщений. Это что-то новое. Я думаю, что раньше их не существовало, потому что при социализме не было частных банковских счетов. Да, времена изменились. А банковской системы нет. Как была при Совке, так и осталась. Но! Мало отправить фальшивая виза. Необходимо еще подделать подпись и печать на бумажке, который банк-отправитель, это самая виза, подтверждает. Как правило, в Центральный банк такие письма приходят курьерской почтой. То есть получается, что Центробанк добровольно переводит миллионы рублей на счета мошенников? Ну да, получается, что так. Но и это еще не все. Вот, допустим, 800 миллионов рублей, которых никто никогда никуда не отправлял, приходят на нужный нам счет. Сразу обналичить эту сумму невозможно. Поэтому деньги распыляют по другим счетам и обналичивают с помощью фирмы «Однодневка», таких вот, как Топус. Подожди, но ведь рано или поздно банк, со счетов которого ушли деньги, должен спохватиться. Ну, конечно. Только к этому моменту деньги уже успевают обналичить. И в этом случае Центробанку приходится компенсировать потери ограбленных банков из государственной казны. Деньги из воздуха. Лихо. Как же ты, Крайнов, раскопал все это? Не, ну если бы не коммерсант, на счета которого приходили бы украденные деньги, то, может быть, и не раскопал бы. Кстати, срок, который этому Гупину дали устоевы, истекает завтра, пора их брать. Степан Геннадьевич, а давайте поступим по-другому. По-другому? Как? Давайте переведем 60 миллионов на счет, который указали братья устоевы. Затем, когда курьер придет, ну, чтобы их обналичить, мы выйдем на более крупного зверя, и там накроем их всех разом. А что? По-моему, отличный план. Мне тоже нравится. Вот только маленькая загвоздка. 60 миллионов где нам взять? Кстати, Крайнов, у тебя случайно не завалялось лишних 60 миллионов? А? Поищем. Алло, что за дела? Дверь открой, а? Алло! Бесполезно, дверь заблокирована. Кто вы такой? Что тут происходит? Откройте дверь! Узнаешь? Ты что ли? Слава богу, меня чуть инфаркт не хватил. Где мой водитель? Я его за сигаретами отправил. Хороший парень. Кепку дал поносить. Ты это, поаккуратнее можешь вести машину, а? Ты доломать ее хочешь, что ли? Извини, я первый день за рулем. Слушай, я к тебе по делу. Я смотрю, моя визитка пригодилась, что ли? Что за дело? Суда нужна. Большая суда-то? Да так. 60 миллионов. Все шутишь? Да какие уж тут шутки. Ты понимаешь, что это за деньги? А ты понимаешь, что в одной очень популярной газете может появиться материал? Заголовка. Мошенник стал вице-президентом банка. Как ты говоришь, он называется? А впрочем, какая разница? После этой публикации банк все равно развалится. Или его проверками доконают. Шантажировать изволите? Да нет, пока просто прошу. По-человечески. Слушай, деньги для дела нужны. И не мне лично. А московскому уголовному розыску. А вот теперь подумай. Может, мы тебе тоже когда-нибудь пригодимся? Сколько у меня есть времени, чтобы подумать? Одна минута. Какие гарантии? Мое честное слово. Деньги нужны срочно. Сегодня. В крайнем случае, завтра утром. Он застегнет сумку, берем его. Может, последить, куда он отнесет сумку? Взять его там? Угу. А если упустим, я буду отрабатывать 60 миллионов всю оставшуюся жизнь. А заодно мои дети и мои внуки. Все, Вик, пошел.
Выходит, деньги ты взял, а для кого не знаешь, так? Выходит так. Ну и дурак. Вот какой каламбур получается. Слушай, Вальтер, я отлучусь минут на 10, а ты присмотри за арестованным. Пока. Ага, присмотрю. В лучшем виде. Ну что, дух, ты знаешь, как пальчики хрустят, когда ломаются? Салам. Чё с руками? Да пальцы сломал. Хорошо, таксист согласился помочь. Такой вот каламбур. Вы ошиблись с номером. Сказать, что у меня таких денег нет. О, Андрей. Не любишь ты свою семью. Думаешь, в Харьков жену с детьми отправил, и мы их там не достали. Откуда вы знаете про Харьков? Он Салман нас за лохов держит. А мы не лохи, Андрей. Слово свое держим. Сегодня деньги не переведешь, больше свою жену с детьми не увидишь. Живыми. Добрый день. Заказывать что-нибудь будете? Что-нибудь горячее. Это можно. Руки, пожалуйста, на стол. Что, Салман? Разлука наша, как говорится, была недолгой. Предлагаю, грубо говоря, мягко выражаясь, оформить наши отношения. Я не стукач. Ой, слушай, ты это фуфло своему другу Хаджи будешь терять, когда он тебя в камере на ножи поставит, но я-то знаю, что ты такой есть. Зря стараешься. Больше вам не сломать меня. Слушай, Михалыч, да хорош ты гнать тут. Давай с ним поработай. 100 килограмм на солдатик, блин. А? Да он мне не только правильно телегу напишет, но еще петухом кукарекать будет. Не хуже, чем коты у Куклачева. Ну что ты за человек, а, Вальтер? Мало тебе выговора за сломанные пальцы. Короче так, объясняю популярно. Идешь в отказку, торговаться с тобой больше никто не будет. Все на вас с брательником повесит. Свое, чужое, поедете в матросскую тишину этапом без остановки. Ну, а там вашу орлиную стойку быстро в стойку раком поставит. Ну, когда узнаешь, что ты Хаджу знал. Брата не троньте. Он не при делах. Ну, уж извини. Там его голос. Так что в этот раз условным сроком твой брательник никак не отделается. Короче, выбирай. Или с нами сотрудничаешь, и мы вас отпускаем. Или идешь в отказ, и тогда уж они вас опускают. Где писать? О, давно бы так. И учти,
Если с Гупином, ну или с кем из его близких, там, родных, что-нибудь случится, ну там, скажем, машина кого собьет случайно, хулиганы какие башку проломят, мы сделаем так, чтобы ты лично на собственной шкуре прочувствовал, что это такое неотвратимость наказания за содеянное преступление. И родственникам твоим массу беспокойства доставим. Ты врубаешься? Да не трону я его, клянусь. Значит, вы утверждаете, что никакого отношения к деньгам не имеете? Я даже не понимаю, о каких деньгах идет речь. Ты что, совсем не понимаешь? Я, гражданин Устоев Салман Гусейнович, обязуюсь сотрудничать с органами внутренних дел в лице оперуполномоченного Московского уголовного розыска Крайнова О.М. и сообщать о всех известных мне готовящихся и уже совершенных преступлениях. Устоев Салман Гусейнович, молодец. Почти без ошибок. Ну, рассказывай. Чего рассказывает? Ну, обо всех известных тебе готовящихся и уже совершенных преступлениях. Кто шестиэтажки в Ясенево? Двоих ваших, одного нашего положил, знаешь? В Ясенево Муса жил. Ну что ж, у меня больше к вам вопросов нет. Значит, свободен? Пока да. Всего доброго. До встречи. Черт! Столько сил потратили, и все зря. Как же он просек? Хитрый гад. А ты чего это? Вроде не жарко. Да меня с похмелья всегда так. А, этот, а где? Ну, отпустили. Состав преступления на тело письма. Ему даже предъявить нечего. Да он сына Вильяновича убил! Со мной, Семик Крайнов, направо. Готов? Готов. Ну зачем? Я бы догнал его. Конечно. Ты же у нас самый быстрый, да? Не забывайся, Крайнов. И за это ты тоже ответишь. Иди. Зови наших. Стрелок Ворошиловский. Ну, а теперь расскажи нам, кто он свел всю информацию о банковских активах? Подгонял образцы печати, подписи на визовках? У Мусы в Центробанке был свой человек. Что за человек? Не знаю, без понятия. Муса с ним на связи был, я его не видел никогда. Ну, а ты припомни, что Муса про него говорил? Засранцем его обзывал. За то, что в туалет все время бегал. И все?
кажется, знаю этого засранца. Здравствуйте, Эдуард Евгеньевич. Вы? Что вас интересует на этот раз? На этот раз меня интересуете вы, Эдуард Евгеньевич. Там за дверью нас ждет мой коллега из отдела по борьбе с организованной преступностью. Нас? Да, нас. Я попросил его не надевать на вас наручники, пока не выведем вас из здания, ну, по старой дружбе. А в чем, собственно, дело? Ну, дело в том, что ваш знакомый по имени Муса все нам рассказал. Я знал, что этим кончится. Ну, раз знали, зачем же вы этим занимались? Ради денег? Сначала да. Потом ради своей семьи. Когда я попробовал выйти из игры, они стали угрожать моей семье, моим близким. А аферу с Авизой вы придумали? Нет, я бы до этого никогда не додумался. А тогда кто? Извините. Мне надо в туалет. Ну, на этот раз я не смею вам отказать, Эдуард Евгеньевич. Да нет его дух. Да засранец он и есть засранец. Не надо так говорить. Пойдем посмотрим. Эдуард Евгеньевич, с вами все в порядке? Был хороший, на каждый праздник мне подарки дарил. Скажите нам, Лола, как бы нам поговорить с начальником Эдуарда Евгеньевича? С Виталием Марковичем? Нет. Его зовут Иван Иванович. Иван Иванович? У нас нет такого. Ну как же, подождите, он же при мне звонил насчет документов, которые нужно ксерокопировать для следователя Чеботаевска. Я же вам говорю, у нас никакого Ивана Ивановича нет.
Странная история. Этот Иван Иванович, последняя ниточка была. А знаешь, что я думаю? Никакому Ивану Ивановичу от Лужайки не звонил. Он позвонил Мусею и предупредил, что ты папочку с копьями забрать хочешь. Ну что? А то, чтобы вышел ты вот так, сейчас, как мы с тобой. Эти устоевы тюкнули бы тебе по башке. И папочку с ксерокопиями увели бы. Так что успокойся, Михалыч. Никакой ниточки больше нет. Спасибо. Успокоил. Пожалуйста. Представляете, у меня в номере ванная была больше, чем в комнате. Зато там нас с папой не было. Конечно, Мальку, вас там не было. Боже мой. Как вы тут без меня? Хорошо. В цирк ходили? Ага. Знаешь, мам, там акробаты были и звери дрессированные. А что понравилось? Клоун.